Доброе время суток, уважаемые коллеги. Поставьте, пожалуйста, доллар, как меня слышно. Спасибо большое, товарищи модераторы. У нас сегодня понедельник, самый лучший день. Сегодня у нас информационная встреча с советом директоров. И мы ее проведем в следующем формате. На прошлой конференции я не успел ответить на вопросы, связанные с брифингом. Ну и чтобы логически завершить ту предыдущую конференцию, я отвечу на вопросы, которые были присланы, их не так много, к счастью. Со временем количество вопросов уменьшается. Ну и после коллеги продолжат мое выступление, плюс я его завершу очередными, я думаю, что не бесполезными рассуждениями о том, как жить и действовать в сегодняшнее время. Итак, начну традиционно с очень... традиционно, что называется, новостей. Мы ждем релиз, который выйдет 5 августа 2020 года на всех платформах. То есть создание и прослушивание голосовых сообщений. Для iOS он будет в несколько такой временной форме, упрощенной, но потом будет доработан. Изменения Welcome Bot, будут кнопки управления, он сделается, станет, pardon, более логичным и удобным в использовании. Шаринг экрана в веб-версии – то, о чем все просят для того, чтобы полноценно веб-версии пользоваться и проводить конференции. Улучшение UI, UX кнопок управления во время звонка, более очевидные иконки, скрытие кнопок, потому что многие путаются, цвет микрофона перечеркнут, не перечеркнут, вот это все будет исправлено и логически доработано. Доработана темная тема. Ну, извините, не темная сторона, а темная тема для MarketSpace. Он готовится к тому, чтобы мы его начали запускать, вернее, запустили в том числе и на вебе. И исправление ошибок, багов. Это традиционно. На iOS функционал администрирования групповых чатов будет доработан. На Android действие над сообщениями с помощью свейпов. Добавление кнопки шаринга. Приложение в более очевидное место выделения текста. Ну и на вебе мы все ждем MarketSpace в веб-версии, потому что это очень удобно. И очень многие просят для того, чтобы количество людей, пользующихся MarketSpace, увеличилось. Потому что все-таки есть определенная категория товарищей, которым удобно работать с компьютерами. По крайней мере, удобнее, чем со смартфоном. Будьте добры, следующий слайд поставьте мне, пожалуйста. Я начинаю брифинг. Когда те вопросы, которые присылаются людьми со светлыми лицами, вообще люблю людей, которые задают вопросы. И, соответственно, эти вопросы помогают нам готовиться к следующим конференциям. Это, во-первых. Во-вторых, мы понимаем, у нас есть так называемый фидбэк, обратная связь с тем, что происходит на Земле. Ну, первый традиционный вопрос, когда вы собираетесь продавать проект, чтобы инвесторы смогли получить ожидаемую прибыль. Мы всегда говорили об этом, не называли сроки по одной простой причине, потому что мы называем количественные показатели, когда количество пользователей в мессенджере плюс пользователей в MarketSpace, в принципе, это одно и то же, то есть у нас один проект мессенджер плюс MarketSpace, будет составлять 50 миллионов, мы приступим к тому, чтобы начать переговоры. Это первое. Второе, у нас очень заметную роль в нашем продукте играет MarketSpace. И наша задача развернуть его на нескольких таких территориях, западном полушарии, восточной, и сделать так, чтобы там люди могли использовать нашу финансовую инфраструктуру, потому что это позволяет создать кэшфлоу внутри MarketSpace и очень дорого стоит. То есть оценивается очень-очень дорого. Так, мы переводим деньги в компанию через карту, какой финансовый документ подтверждает наш перевод, кассовый чек, приходный ордер и так далее. Значит, в бизнес-центре в разделе «Помощь», «Вопросы», «Ответы», «Юридические основы и порядок приобретения токенов в MarketSpace» есть прямая ссылка. Отображены все юридические документы, которые получает инвестор. И они работают, они утверждены, они, в общем-то, абсолютно легальны и запровлены, ну, то есть приняты именно в том числе и в Евросоюзе. Где можно ознакомиться с данными аудита дома аудит, с проверки, оценки мессенджера, есть отчет о том, как оценивали, как считали, и на бумаге, или на графике, как говорил незабвенный классик,
Неважно, кто голосует, важно, кто как считает. Так вот, есть прямая ссылка. Все отчеты об оценках выложены на сайте Gen4Me Investments EU в разделе «Оценка приложения», где очень подробно, еще раз повторяю, очень подробно, с обоснованием. Вернее, аудиторы, мы публикуем полностью оценку аудиторов, они ставят свою подпись, то есть отвечают за все то, что там написано. Там есть методика, методология оценки мессенджера. И видно, как он со временем прибавляет своей стоимости. Будьте добры. Я надеюсь, вы можете, модератор сбросит эти ссылки в чат, вы можете их скопировать и, соответственно, зайти и все посмотреть. Так, на презентациях делается акцент на то, что стоимость одного клиента в мессенджерах в настоящее время выше, чем баррель нефти, равна $250. У нас 12 миллионов. Смотрите, ну, немножко неправильный вопрос, но я его потом переформулирую, как я его услышал. У нас 12 миллионов клиентов, умножаем одно на другое, получаем стоимость Gen 3 миллиарда. Почему же тогда нас оценили 463? В 6,5 раз меньше, чем 3 миллиарда, коэффициент 0,45, который мы нам говорили, здесь как-то не укладывается. Значит, вы можете все это почитать в оценках. Есть действительно такая среднеприведенная стоимость одного клиента в мессенджере. Она, по-моему, не $250. Но в любом случае, исходя из тех историй, тех сделок, когда был продан WhatsApp, Viber, была посчитана среднемедианная стоимость клиента. Вот это используется в методике, в методологии оценки мессенджера. Дальше делаются дисконты от среднемедианной. Для нас делают аудиторы дисконты, ну, по многим там причинам. Не буду на них сейчас останавливаться. И вот по мере развития приложений, по мере увеличения количества сервисов, качества мессенджера, допустим, вы видите, что мы добавляем там групповые звонки. Сегодня проводили совещание с нашими разработчиками, с маркетологами через видеозвонок, да, и там присутствовали больше 10 человек в видеозвонке. Мы все это дорабатываем. И вот по мере того, как функционал сервиса будет все лучше и лучше работать, то дисконт будет сокращаться. Соответственно, вернусь к оценке и к тому, что в перспективе мы, естественно, хотим получить оценку и на Marketplace. На Marketplace мы ее получим. Это будет связано с тем, когда мы запустим эквайринг в Marketplace в разных частях земного шара. Тогда мы уже сможем показывать аудиторам, что у нас есть кэшфлоу, и главное, они смогут посчитать, что при увеличении количества пользователей, насколько увеличится кэшфлоу. То есть это прямое, ну, прямое указание к стоимости маркетплейса, скажем так. То есть прямая пропорция. Ну а дальше просто элементарно, то есть у нас есть оценка мессенджера, есть оценка маркетплейса, и в принципе в последующем мы сделаем совместную оценку, но пока можно будет их арифметически сложить, сделав одно простое арифметическое действие сложение, что называется сложение. Так, и вот эта перспектива до конца этого года, я думаю, что мы как на конференции Виктор Степанов говорил о том, что у нас есть инструменты, как получить миллиард стоимости, мы получим. Так, состоится ли международная, вернее, мы стремимся к этому, да. Состоится ли международная конференция инвесторов 22 августа? Смотрите, у нас должна была выйти рассылка по этому поводу, но 22 августа она точно не состоится, потому что неспокойная в мире обстановка с точки зрения пандемии, коронавирус идет, там вторая волна, вот Испанию сейчас закрыли, Португалию закрывают, и в Японии тоже вспышка. То есть мы очень трепетно относимся к здоровью наших партнеров. Кстати, въезд в Россию еще для неграждан Российской Федерации закрыт. Поэтому все, что касается конференции, мы вам сообщим позже. Я думаю, что ожидайте, ну, информация будет. Она целиком и полностью зависит не от нашей воли, к сожалению, а она зависит от эпидемиологической ситуации в мире. Так, нужна сравнительная таблица финансирования стартапов и их конечный финансовый результат. Не совсем понял, о чем. Ну, опять же, скажу, как я это понял и как я это увидел. Конечный результат. Например, оценка с периода с 15 по 20 год, проинвестирован столько-то, аудиторская оценка такая-то. Важна динамика цифры. Покажите наглядный слайд для
объем инвестиций с 2015 года по сегодняшний день. А будьте добры, мне тогда следующий слайд поставьте. Ну вот вы видите стоимость проекта, ну, в 2017 году еще без маркетплейса, ну и в июне 2020 года тоже без маркетплейса. И вы видите первичную оценку, сделанную на Мальте, и оценку последующую, сделанную дом аудит. Вот. Вы видите динамику, то есть с 2017 года по 2020 за 3 года стоимость выросла, ну, примерно чуть больше 10 раз. Вы можете проэкстраполировать еще на ближайший там, год и поймете темпы нашего роста. Мы их все время стараемся увеличивать. Они, естественно, увеличиваются, потому что мы, если подходить к философии построения дома, то есть сложнее всего сделать фундамент потом, это самое сложное, потом стены. А вот чуть выше уже начинается все гораздо быстрее со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть кто-то это назовет законом Парето, ну, не будем так углубляться. В общем, в любом случае вы сами можете посмотреть вот на этот слайд, посчитать темпы роста и спрогнозировать примерную стоимость там, в конце года. Так, по-моему, все вопросы на сегодняшний момент у меня закончились. Это был, вернее, остаток вопросов, которые с предыдущей конференции остались. Я хотел сказать о нескольких вещах. Поведение людей, которое определяет их будущее, со стороны оно кажется очень сложным, иногда кому-то кажется схематичным, но в любом случае очень глупо рассчитывать на какой-то другой результат, выполняя одно и то же действие на протяжении длительного времени. Есть такое понятие, как карго-культ, это когда американцы во время войны с Японией, они фактически на неосвоенных островах создавали аэродромы, и местные жители, которые находились на этих аэродромах, встречали самолеты, видели, что эти самолеты привозят еду, они перестали охотиться, заниматься рыболовством, просто американцы им по доброте душевной давали еду, одежду. Вот. И когда война закончилась, американцы ушли, а самолетов не стало. Но местные жители продолжали их ждать. И, соответственно, когда самолетов не стало, они решили скопировать действия американцев. То есть они одели фактически их одежду, построили из дерева самолеты. Ну, в общем-то, от этого еда не получилась. И поведение большинства народа, которые сейчас вот пугают экономическими кризисами, сокращениями, роботизацией. То есть масса статей выходит. И по факту доходы не сильно народа растут. Даже в США, в Западной Европе, так называемый средний класс не в состоянии уже учить детей в колледжах и выплачивать ипотеки. То, что было раньше синонимом стабильности. В общем-то, смысл всего этого посыла сводится к следующему. То есть, если продолжать делать то же самое, что вы делали до этого, то вы не поменяете свою жизнь. И вам нужно думать и менять свои действия для того, чтобы достичь иного результата. Кому-то кажется это очевидным, но большинство населения исповедует подсознательно для себя этот карго-культ. Делая одно и то же, они рассчитывают, что прилетит самолет, и в бывшем Советском Союзе это был волшебник в голубом вертолете. И что-то поменяет в их жизни. В общем-то, ничего этого не будет. И вся жестокая реальность состоит в том, чтобы это понять, принять, составить план действий и двигаться, в том числе и с помощью проекта Gen4Me Market Space. Ну и не стал называть это парадоксом там, великого ученого, просто назвал это парадокс курицы. Это когда курица живет, ее постоянно кормят, и в принципе она думает, что в этом состоит вся ее жизнь, но потом проходит некоторое время, год или там чуть больше, ее убивают, из нее делают суп или пирожки или еще что-то. И почему так происходит? Потому что у курицы отсутствует мышление как таковое, перспективное мышление. Это тоже свойственно большому количеству людей. Конечно, их никто не зарежет и не сварит, но если человек не будет думать
перспективно, не подстраиваться под меняющуюся, ускользающую реальность, не думать о своем перспективном развитии, о многих вещах, о которых вот мы, сидя здесь с вами в конференции, наверное, у кого-то сейчас лето, жара, и можно было пойти искупаться на море или еще куда-то. Вот. Но мы сидим и думаем, мы развиваемся, мы показываем результаты своего труда, потому что мы не курицы, потому что у нас есть перспективное мышление, и это перспективное мышление отличает нас от всех остальных, потому что еще великий французский картежник, дуэлянт и математик Декарт сказал, что я мыслю, значит, я существую. Как только мы с вами перестаем думать, решать проблемы, искать эти проблемы, чтобы стать сильнее, мы превращаемся в куриц, ну или в индейк. Вот что я вам хотел сказать. Спасибо большое за внимание. Я передаю слово Александру Брониславовичу Кочановскому. Всем успехов и берегите себя. Дорогие друзья, добрый день. Мы продолжаем нашу конференцию. Спасибо, вижу, что меня слышно. И двигаемся по нашим новостям. Сегодня такие хорошие, важные новости. Ну, первое у нас традиционно, мы говорим о количестве установок. 12 миллионов 130, 140 практически тысяч наши такие сегодняшние темпы установок. И расписание конференций. Напоминаем вам, что следующий понедельник, 3 августа, у нас будет презентация бизнеса, которую проводит традиционно один раз в 4 недели совет директоров. Поэтому приходите, приглашайте своих новичков. Мы рассказываем свое видение нашего бизнеса, новости большие, которые у нас, то, что у нас происходит. Поэтому это всегда интересно. Ну и далее, конечно, сейчас самая актуальная новость на этой неделе – это наши промоушены. Как вы знаете, мы приняли систему, по которой каждые 2 недели у нас уменьшается количество акций, которые может купить инвестор в одном пакете. Ну, сначала вы видите количество акций – 1 422 000 осталось, 1 423 000 на сегодняшнее утро. Вот, и теперь пойдем более подробно по промоушен, потому что это принципиально важно, особенно на этой неделе. 5% при оплате валюты, это при оплате криптовалюты, это у нас остается промоушен. Вот, ну и вот здесь уже на этом слайде видны те изменения, которые происходят. На этой неделе до 31 августа, правильно сказать, мы знаете, что мы... Из-за наличия своих партнеров в Северной Америке мы закрываем промоушены. На самом деле он закроется 1 августа, 12 часов по московскому времени, но календарно мы считаем 31 июля. И в этом промоушене КК-10 максимальные преимущества, количество акций будет уже не 250, как до 31 июля, а 200 акций, и это продержится, эта сумма до 31 августа, с 1 сентября, она тоже станет меньше. Далее двигаемся. Следующий важный промоушен – это большие пакеты акций. Покупатели и спонсоры получают подарочные пакеты акций. И последние 5 дней этого месяца, до пятницы включительно, покупатели и спонсоры получают на 35% больше пакета. Это так называемые подарочные акции, больше, чем положено по маркетинг-плану. И 1 июля после 12 часов мы перейдем на следующую градацию. Это будет 30%, поэтому 5 дней у вас есть, чтобы получить значительно больше акций, чем будет с 1 по 15 августа. Соответственно, завершается июль, и начинает уменьшаться количество акций в промоушене. Ваше мощное окружение – это награда тем, у кого количество личных партнеров достигает 5 человек или 10 человек, и видите, что этот призовой пакет акций также с 1 августа уменьшится с 2000 до 1500 акций, а при достижении 10 личных партнеров с КК-10 он изменится с 5000 акций на 4000 акций. Существенная разница, понятно, да, в один день там 500 акций, тут 1000, но это то, что у нас запланировано в связи с уменьшением, постепенным уменьшением, достаточно быстрым уменьшением количества акций. Видите, здесь вот колоночку надо рассматривать с 1 по 15 августа.
и видно, что вот будет 30% с 15 августа, 25% подарочных акций. Акции начисляются у нас дробно, но все это учитывается. Как только целая акция получается у вас, она переходит именно в целую, заносится в реестр акционеров. Ну и стоимость акции, вы видите, вот 40 евро поднимается уже в августе до 46 евро за одну акцию, поэтому надо успевать в июле, еще можно купить по 43. Но вот это вот наша большая такая табличка, выделено то, что у нас до 31 июля столбец, вот, и видно, что в столбце 1-15 августа значительное уменьшение всех показателей подарочных акций, максимальных преимуществ, призовых пакет акций, акции, которые получают покупатели мега и гигапака, также значительно уменьшаются, но все это у нас заранее, мы еще в июне объявили, поэтому у нас такие планы. Поэтому успевайте до 31 июля, кто хочет по максимуму все получить. С 1 августа это будет меньше, это будет тоже без сомнений выгодно, но все-таки за одни и те же деньги до 31 июля можно получить значительно больше акций. Вот это, наверное, наши основные новости на этой неделе. Кроме одной, наверное, еще одной очень значительной новости, мы уже об этом объявляли. И мы начинаем работу вот VIP-клуба 5000, который мы назвали, и участниками такой закрытый эксклюзивный клуб для инвесторов, для самых, понятно, для самых-самых выдающихся инвесторов нашей компании. Здесь два показателя. Первое – это количество, общее количество акций по двум проектам превышает 5000 акций, и коэффициент КК10, который должен быть в проекте Market Space. Вот по этим двум показателям эти инвесторы входят. Список уже есть, и мы готовим вот этот вот, начиная с августа, вот этот вот пакет преимуществ, который мы сейчас можно увидеть на следующем слайде, какой пакет преимуществ эксклюзивных получают члены этого клуба. Это закрытая группа с советом директоров, она уже создана. Уникальный значок члена бизнес-клуба, члена клуба в бизнес-центре. Регулярные закрытые встречи с членами совета директоров, а также закрытые встречи с разработчиками и юристами по вопросам открытия счетов, с риэлторами по зарубежной недвижимости. Понятно, что эти инвесторы планируют получить большие доходы, и, естественно, они сейчас уже задумываются о том, что, возможно, они захотят где-то приобрести недвижимость, захотят где-то открыть счета, и мы этим инвесторам окажем такую возможность, и это будет все на совершенно закрытых встречах. И первая такая закрытая встреча членов этого клуба состоится 4 августа, в следующий вторник. Мы чуть-чуть позже, на этой неделе обязательно объявим, во сколько она состоится, но это будет закрытая встреча, без записи, без ничего. Ну, то есть для того, чтобы все это не расходилось, потому что те инвесторы, которые будут участвовать в этой встрече, они это заслужили, они многое сделали для нашего проекта, поэтому, соответственно, у них есть определенные привилегии, у них есть эксклюзивные преимущества, и эти преимущества они начнут реализовывать с 4 августа, поэтому есть количество людей, которые измеют 5000, но у нас большое количество инвесторов, у которых, к примеру, от 1000 до 4999 акций, за эту неделю можно успеть сделать этот квантовый скачок, рывок, с тем, чтобы попасть на первое вот это закрытое заседание членов совершенно эксклюзивного клуба. Так что ждем вас там и желаем успеха вот на этой ударной неделе. Пусть все способствует нашему успеху на этой неделе. Всем, друзья, успехов, всем крепкого здоровья и всем до ближайших встреч. А я передаю микрофон члену Совета директоров Наталье Борисовне Аршавской. Добрый день, дорогие друзья. Я рада вас приветствовать в нашей конференции традиционной, понедельничной. Надеюсь, что у всех у вас отличное настроение, новости хорошие, информацию, как всегда, к понедельнику мы для вас приготовили самую интересную. И я думаю, что давайте будем продолжать в этом же русле. Ну, как всегда, начнем с поздравления, и я начну с Diamond-мастеров. Сегодня они тоже есть в разных странах, и хочу поздравить
Сегодня Казахстан, у них сегодня есть общая радость. Квалификацию Diamond Master закрыл новый лидер Рабига Надирова. И самое интересное, что она еще закрыла эту квалификацию за очень короткий срок и получает дополнительно от компании в подарок 4 акции за скорость закрытия квалификации. А также сегодня поздравляем Рубцовск, это Алексей Уханов. Он тоже покажет пример своей команде, как можно быстро закрывать квалификации и забирать все подарки от компании. Наверняка Алексей Уханов очень вам интересен и его опыт. Но я сегодня познакомлю с некоторыми лидерами вас. Может быть, что-то вы возьмете себе на вооружение. Марк Штернберг, Москва, Россия, тоже сегодня стал Diamond Master. Ну, не сегодня, имеется в виду, за этот период пока мы не поздравляли. Людмила Берсенева из города Лесной также закрыла квалификацию. Александр Шабельник, Уфа, Россия. Татьяна Красильщикова, это Израиль уже, город Нагария. И Нелия Панидаева, Нелия, наверное, да? Нелия Панидаева, Канада, город Миссисауга. А также мы все вместе радуемся за Корею. Сегодня Diamond Master'ом стал Янг Бай Ли. И, конечно, мы очень рады за эту дружную молодую команду, которая движется вперед. Ну, поздравляет сегодня своего лидера из Казахстана. Начнем с лидера в этом списке Рабига Надирова. Я вам представила, она получает в подарок 4 дополнительные акции за скорость. И Айганым Микеева с огромной радостью поздравляет своего лидера Рабигу Надирову с отличным достижением, статусом Diamond Master. Вот что нам пишет Аечка. Выражаю огромную благодарность ее вышестоящему спонсору Иркинай Махановой, благодаря которой Рабига сделала отличный старт и достигла последней ступени перед входом в директорскую команду. За 4 месяца работы, 3 гигапака, 2 суперпака, 14 инвест, 12 премиум, а также паки Busy Go. 7 раз Рабига смогла повторить КК-10. Вот это рекордсмен. 7 раз, представляете, это сколько же сил и скорости в Казахстане еще скрыто, какие ресурсы там спрятаны. Вот что сама Рабига сказала о своем вхождении в компанию. Во время карантина меня пригласили на беседу о новом бизнес-проекте. Я пришла и прониклась идеей бизнеса Jamfamily. Я инвестировала все деньги, которые у меня на тот момент были, и 13 апреля купила суперпак. Я очень благодарна Василию Третьякову и Галине Прохоренко за то, что они рассказали мне о проекте, который пришел в мою жизнь очень вовремя. Наш семейный бизнес сейчас на паузе, это долгая пауза. Как здорово, что когда идет кризис, я создала подушку безопасности, конечно же, всем показываю этот путь. Как лидер, я очень горжусь успехами этих двух красивых девушек и желаю себе и всем партнерам компании иметь таких партнеров. Рабига, лично вам желаю стать таким же лидером, как Иркинай Маханова, и создать команду из таких же успешных партнеров. Аечка, а тебе побольше таких лидеров в команду, как Иркинай, и как Галина, и как Рабига. Марина Усова, Рубцовск, тоже нам рассказывает о своем лидере Алексее Уханове. Он тоже забрал у нас 4 акции в подарок за скорость выполнения квалификации. От всей души хочу поздравить своего тезку и друга Алексея Уханова с квалификацией Diamond Master и триумфальным вхождением в ближайшее окружение совета директоров нашей любимой компании. Алексей, ты это сделал. И сделал очень спокойно, достойно, по-мужски красиво, пролетев за 24 часа 24 шага.
Один шаг в час. Поздравляю тебя, друг. Ну, Господь порадовал тебя еще одним подарком. Твоя любимая дочь Марина вошла в бизнес на 100%, купив ПАК Инвест. Ну, это действительно здорово. Семейный бизнес у нас в почете. Разве есть еще что-то, что может больше порадовать сердце отца? Твоя сила характера, добропорядочность, благородность, трудолюбие, желание обучаться и не отступать, сделали свое дело. Именно поэтому мы так уважаем тебя в нашей дружной семье. Именно поэтому тебя так любят твои дети и внучка. Я благодарна тебе за то, что мы сейчас идем вместе плечом к плечу. С тобой надежно и легко. Люблю тебя и сама многому у тебя учусь. Верю, что очень скоро мы все будем праздновать и поздравлять тебя с директорским статусом. От малого к великому будь благословен во всем. Мы присоединяемся к поздравлениям и двигаемся дальше. Павел Жданов поздравляет своего лидера Марка Штернберга. Марк, поздравляю тебя с очередной карьерной ступенью. Молодец! Ты не только обеспечил свое будущее, создав хороший портфель акций, но и помог сделать это людям из своего окружения. Ценность человека для общества определяется его способностью помогать другим. Ты помогаешь, и это самое важное, что можно сделать для людей в нашем проекте. Спасибо тебе за эту помощь. Ну, Павел, наверное, это вообще такая отличительная черта твоей команды, вашей команды. Вы помогаете, и от этого становитесь еще более успешными. Это классно. И желаю вам, Марк, от всей души и, конечно же, Павлу Жданову еще больше таких же позитивных, открытых лидеров в вашу команду. Антонина Новоселова, Качканар, Россия, от всего сердца поздравляет замечательную женщину Людмилу Берсеневу, инвестора, партнера, коуч-тренера со статусом Diamond Master. Людочка, ты сделала это благодаря своей целеустремленности, позитиву, настойчивости и огромному терпению. Наша случайная предновогодняя встреча в вагоне поезда Ижевск, Екатеринбург стала закономерной. Через 2 дня ты уже приобрела пакет «Инвест» и сказала: «Даже если у меня ничего не получится, и я потеряю эти деньги, то я просто буду думать, что не купила себе дорогую шубу». Но ты стала разбираться в проекте, у тебя все получилось и получается дальше, несмотря ни на какие препятствия. Сегодня у тебя большая команда в разных городах, твои партнеры дублируют тебя и тоже стараются сделать КК-10. Как когда-то это сделала ты. Большую роль в твоем успехе сыграла поездка на события в Москву в октябре 2019 года, после которой у тебя не осталось никаких сомнений и появилась огромная уверенность в успехе нашего великого дела. Кстати, мы, конечно же, все загадываем о новой встрече, мы мечтаем о ней, хотим очень, чтобы она состоялась этой осенью, когда мы сможем друг друга увидеть, обняться, и желаем вам туда привести как можно больше новых потенциальных лидеров, вот так же, как это сделала Антонина Новоселова когда-то. Последняя ступенька мастеров пройдена, и сейчас начинается самое интересное – путь к статусу директора. Уверена, что ты не только достигнешь этого статуса в самое ближайшее время, а еще попадешь в VIP-клуб 5000. Я искренне тебе этого желаю. Пусть тебе всегда сопутствует удача, пусть тебя окружают только целеустремленные партнеры и верные друзья. А я присоединяюсь от всей души, потому что, конечно, это классно, когда вот так через мимолетную встречу, казалось бы, незнакомых людей рождается крепкая дружба, лидерский тандем и вот такая связь на века, которая поддерживается через GEM4Me, я надеюсь. Ну и очень-очень много лидеров мы узнали
при помощи GEM4Me этот проект открыл нам столько звезд, что каждую неделю я вам рассказываю, а их становится все больше. И вот смотрите, Ирина Придатка из Торонто, Канады, тоже сегодня знакомит нас с Нелией Понедаевой. С огромной радостью и гордостью поздравляю своего партнера и подругу Нелю Понедаеву с большим и заслуженным достижением, статусом Diamond Master. Нелли пришла в проект как инвестор и сначала даже не думала работать. Но, будучи по жизни бизнес-ориентированным человеком, она держала руку на пульсе проекта. Она слушала конференции, разбиралась с документами, искала ответы на вопросы. И кропотливая работа начала приносить результаты. Ведь благодаря ей появилась и росла уверенность и вера в проект и в себя. По профессии Нелли инженер, а по призванию искусная художница. Она создает из мыла изумительные цветочные композиции. Так переплелись два бизнеса. Многие ее покупатели, кстати, конечно же, Нелли сможет выложить свои композиции и в наш Market Space. Уверена, что это будет очень успешный бизнес, поэтому не откажешь ей в прозорливости, и мы, конечно, там познакомимся с ее изделиями, уверена. Ведь в нашем проекте переплелись два бизнеса. Многие покупатели стали инвесторами и партнерами. За короткое время Нелли сумела создать команду и быстро продвинулась по карьере. Личный КК-20, продажа мега и суперпаков, все это также есть в ее копилке достижений. Дорогая Нелли, поздравляю тебя от всей души. Знаю, сколько трудностей тебе пришлось преодолеть, и глубоко уважаю за стойкость, трудолюбие и ответственность в работе. Восхищаюсь твоим личностным ростом и способностью постоянно осваивать новые навыки. Желаю тебе дальнейших больших успехов и достижений, новых партнеров, единомышленников, больших чеков, доброго здоровья и благополучия. А Нельчка нам подсказывает, что она уже создала свой магазин на нашей платформе. Но это классно, это здорово, и, конечно, это будет крутой большой бизнес. Уверена в этом. Обязательно рекомендую всем зайти и посмотреть, какие чудеса там представлены. Уже заинтригованы мы. Валентина Женина, Пермь – это еще очередной лидер, который нас поражает своей устойчивостью и напорством. И она достигла платинового директора, то есть осталась одна ступенька до закрытия директорской карьерного раздела. Елена Гирь, спонсор, лидер пермской команды, член президентской команды, поздравляет от всей души своего любимого лидера. В нашей перспективной команде замечательное событие. Наш лидер, всеми уважаемая, Валентина Женина, стала платиновым директором. Валечка, мы все дружно поздравляем тебя с достижением такого высокого карьерного статуса и очень радуемся твоему успеху. С Валей мы уже сотрудничаем много лет, пережили вместе много испытаний и, как говорится, прошли огонь, воду и медные трубы. Это верный компании, пермскому клубу «Лидер», на которого всегда можно положиться. С ней точно можно пойти в разведку или в одной связке в горы. Она не подведет. Несмотря на проблемы со здоровьем и семейные обстоятельства, она всегда достигает поставленных целей. У нее очень большая команда в разных городах. Партнеры ее уважают и любят за постоянную поддержку и помощь в бизнесе. Валечка, от всей души желаем тебе здоровья, семейного благополучия, достижения больших финансовых высот и следующей карьерной ступени. Ну и, конечно же, мы все желаем как можно быстрее открыть двери президентской команды. Это не все. Еще хочу вам рассказать, что сегодня большой праздник в Японии. И несмотря на то, что многие еще не знакомы с этим лидером, и я не могу вам ее сегодня представить, но те, кто выезжал на прошлые каникулы, конечно же, познакомились с Кимико Сато, такой яркой звездной
встречи мы, конечно же, даже представить себе не могли, и Япония может гордиться своим лидером из Токио. И еще одна большая победа. Вы знаете, как мы радуемся, когда у нас загораются звезды в президентской команде. Но вот сегодня, наверное, нужно хором аплодировать, поскольку двери президентской команды открыл один из самых скоростных лидеров, который просто ворвался сначала в окружение, в лидерский совет, ну а затем и вот в президентскую команду. Это семейная пара звездная, она нас просто поразила своими успехами. И я вам, конечно, должна зачитать поздравление, которое пришло в адрес Виктора и Галины Смоляковых из Санкт-Петербурга. Мы видим с вами их на фотографии, вот такие позитивные, заряженные всегда, а поздравляет их Алексей Уваров. Это уже сегодня не Мурманск, я знаю, что Алексей Уваров уехал из Мурманска и переехал, даже пока не знаю куда, но куда-то поближе к солнышку и к центру. А Алексей нам очень интересно сегодня рассказал о том, как все начиналось. Чем закончилась забавная история для Виктора Смолякова на рыбалке в Мексиканском заливе в 2017 году? В тот день Виктор поймал большого осьминога, что было большой редкостью и определенным знаком, так как осьминоги способны предсказывать будущее. После этого мы познакомились, и я рассказал ему о Jam for Me. Наверное, тем самым и предсказал ему его будущее. Виктор вошел в проект и позже подключил жену Галину. Первые несколько недель мы встречались по вечерам и шаг за шагом знакомились с особенностями проекта. Эти встречи превратились в своеобразный ежедневный обязательный ритуал. Виктор быстро начал расти по карьере, что однажды заметила и его жена Галина, которая тоже по жизни мощный лидер и бизнес-тренер. Вот так на свет появилась новая семья джемовцев. И не просто семья, а семья очень ярких лидеров и в итоге семья президентов Jam for Me. Дорогие мои друзья, Виктор и Галина, тот осьминог в 2017 году точно оказался в руку. От всей души поздравляем вас с президентским статусом. Спасибо вам за ваш неоценимый вклад в развитие нашего любимого проекта Jam for Me. Желаем вам достичь высшей ступени президентской команды в этом году и реализовать все свои мечты в самом крутом проекте века. А мы лишь присоединяемся к этим поздравлениям. Ну что можно еще добавить? На самом деле не каждый день ловишь и осьминогов, и такие проекты, как Jam for Me. Просто повезло. Но, знаете, как говорится, везет тому, кто везет. И вот про одну такую пару я вам тоже сейчас расскажу. Сегодня у нас звездопад, и я хочу поздравить золотых президентов с вхождением на вторую ступень президентской команды Зою Владимира Самоновых из Екатеринбурга. Ну, я не знаю, наверное, в компании, кто, есть ли те партнеры, которые не знают ничего о Зое и Владимире Самонове, а также о их детях. Александре и Антоне Пивовар. Наверное, те города, которые они объехали в рамках своего турне, в рамках поддержки помощи нашим клубам. Конечно, очень много таких городов. И, ну, наши лидеры, вы знаете, они всегда стараются делиться опытом, своим накопленным опытом и делают это с удовольствием, безвозмездно. Кстати, вот и Галину Смолякову очень тоже многие знают именно по ее школам, по выступлениям, по переездам. То есть нет таких людей в нашей президентской команде, которые никуда не выезжают и ни с кем не делятся своим опытом. Я имею в виду перекрестные команды совершенно незнакомых людей, не связанных с ними по бизнесу. Просто это одна большая дружная семья, и в ней очень хочется передать свой опыт накопленный и поделиться успехом.
Ну, поскольку вы понимаете, да, наш общий успех – это как раз и есть наше продвижение вперед к успеху GEM4Me, к его дальнейшей продаже, монетизации наших с вами портфелей с акциями и так далее. Ну и целей, конечно, конкретных, которые связаны с этими портфелями. Итак, поздравления сегодня имеет честь сделать Яков Коган, лидер Екатеринбургской международной команды и тот человек, благодаря которому состоялись вот эти успешные, улыбающиеся на фото люди, как золотые президенты сегодня. Зоя и Володя, с большим удовольствием спешу поздравить вас с достижением такого статуса Gold президент. В вашем лидерском продвижении по карьере было все. И победы, и поражения, но никогда я не слышал от вас, чтобы вы не верили в команду или компанию. Именно это качество и позволило вам достичь таких высоких результатов в бизнесе. Вот согласна на 100%. Владимир, ты надежная опора всей вашей команды, а Зоя – настоящая звезда, которая родилась и выросла на наших глазах. Изначально, как мотивацию, я приводил вам в пример других лидеров и их путь в нашем бизнесе. Но очень скоро в качестве примера стали рассказывать вашу личную историю карьеры. И это так здорово. А ваш пример, в котором бизнесом занимается вся семья, и муж, и все ваши дети, вообще уникален, и многие взяли его на вооружение. А сейчас у вас большая команда и признанный авторитет и в компании, и в вашей команде. И эта команда росла вместе с вами, реально помогла вам стать такими сильными личностями. И сегодня все они, конечно, выражают вам свою любовь и уважение. А мы все вместе радуемся за вас и поздравляем с удивительными переменами в бизнесе, в жизни и в семье. Желаю вам отменного здоровья и целеустремленности. Сегодня у вас и у нас праздник. С праздником золотые вы наши. На самом деле, я точно знаю ту историю, когда Зоя и Владимир пришли в наш проект, и когда они вдохновились этим бизнесом, который должен был помочь им полностью изменить жизнь и свою, и жизнь своих близких. Но на 100% уверена, что несмотря на то, что очень часто к нам попадают в поле зрения такие великолепные идеи, блестящие, не все способны их настолько ярко развить, вложить в них столько своей любви, силы, целеустремленности, любви к людям, вот такой самоотверженности, которой обладают семейства Самоновых, готовых делиться всем, что у них есть, всеми знаниями, опытом, навыками, душевными силами, и делать это 24 часа в сутки. И, конечно, их пример сегодня, особенно семейный пример, когда они все вместе дружно развивают проект, и каждый вносит свою лепту, все вообще разные, но все по-разному очень дороги и компании, и многим партнерам, лидерам в разных городах и странах. Ну и, конечно же, вот то позитивное, что у вас есть, тот свет, который исходит, конечно, всегда нас радует, и многие на вас равняются. Спасибо, создавайте таких же подобных вам ярких звезд. Очень хотим увидеть ваше продолжение, ваших двойников, которые строим, двигаются за вами. И радуемся сегодня за всю екатеринбургскую команду. Радуемся за команду Смоляковых, Виктора и Галины, потому что президентство – это не только вот такой яркий взлет и победа для тех, кто вошел в президентскую команду, но это и общая команда всей компании, совета директоров, лидеров из тех президентов, которые уже там работают, потому что в нашем полку прибыло. Это значит, что яркие звезды сегодня будут вкладывать свою силу, опыт, успех, знания, все, что у них есть,
вот в рождение новых звезд, в продвижение нашего проекта. Вы знаете, да, что управление проекта осуществляется коллегиально, коллективно. Мы вместе двигаем наш проект. Все идеи, которые у нас есть, они рождаются только коллективно, внутри лидерского совета, внутри президентской команды. И тем силен сегодня Gem4Me, тем устойчивость его не имеет границ, потому что можно ошибиться одному человеку, двум человекам, да, но ошибиться всем вместе, когда все держат вот такую круговую оборону, когда все отвечают за общий результат, за своих партнеров, за то, что мы все вместе с вами делаем ежедневно, невозможно. Поэтому те, кто еще сомневаются, а будет ли, не будет ли, а сможет ли, не сможет ли, хочет ли, не хочет ли, знаете, я вам рекомендую от всей души посмотреть истории людей, которые прямо вот на своей собственной жизни показали своим собственным примером, что все возможно. Главное взять идею, полюбить ее всем сердцем, выбрать ее всей душой, поверить в нее и ни на секунду не сомневаться. И тогда мы с вами добьемся именно тех результатов, которых мы хотим. Вот только что в прошлых выступлениях, по-моему, показывали статистику, что мы за три последних года получили оценку в 10 раз больше. Сначала, да, с 47 миллионов до там, почти 470. И вот представьте себе, пусть даже 3 года, да, но мы увеличимся еще в 10 раз. И это миллиарды. Даже не считая экспоненциальный рост, даже не считая погрешность на то, что время сегодня ускоряется для самых больших скептиков. Вот просто возьмите и продвиньте вектор, когда просто все потихонечку развивается теми же темпами. Но так невозможно, так не может развиваться. Именно поэтому существует закон Парето. Помните, когда мы с вами вначале наблюдаем такой рост, и 80% наших усилий приводит к 20% результата, они нам кажутся сложными, почти незаметными, эти цифры и показатели роста. Но когда мы с вами достигаем мощи, силы, когда растет президентская команда, растет уверенность, растет качество наших сервисов, наших продуктов, растут вот такие гениальные партнеры в нашем окружении, которые втягиваются в команду, то происходит вот такая вот, называется метаморфоза, перекидывание монады. И вложенных 20% усилий дают 80% результата. Мы даже не замечаем, не успеваем заметить, а когда же это случилось. Но в определенной точке это случается. Нужно только продолжать. И когда это случается, все происходит как во сне. Просто все несется с огромной скоростью, потому что отследить уже это будет невозможно. И у вас есть время сегодня, еще пока вы различаете промоушены, вы видите еще, как меняется количество акций, вы видите, как растут акции в ваших портфелях. У кого-то стремительно, у кого-то, может быть, еще не так стремительно. Но вы это замечаете. В какой-то ближайший момент все произойдет, все сольется в одной точке, вы перестанете что-то замечать, и у вас просто не останется времени. И вот тогда многие, оглянувшись назад, увидят, что была возможность ускориться, была возможность усилить свою бизнес-деятельность, усилить свое окружение, усилить свою веру, усилить свое эмоциональное состояние, мотивационный вот такой вот посыл, который, конечно, есть у каждого человека. Ведь у каждого человека есть те цели личные, которые дают ему вдохновение. Вот как у Смоляковых, как у Самоновых пивовар, как у тех, о ком я сегодня вам рассказывала. Всем им было трудно, у всех у них были сложности. Все они приходили, может быть, где-то с потерями, с отчаянием, с какой-то безысходностью очередной. И в этот момент люди принимали решение взять идею и продвинуть ее в мир, сделать так, чтобы она заблестела, чтобы она засверкала, чтобы она стала самой лучшей.
Ну, это же только от нас зависело, что наш мессенджер обретет 10 миллионов и больше установок, что мы сделаем такой качественный Gem4Me. Сегодня уже можно работать по видеосвязи, мы уже общаемся с администрацией в чатах, по видеоконференциям. А раньше мы с вами только мечтали об этом, да. Когда мы начинали, вот даже не верилось, и были такие неуспешные попытки. Первые 2 года мы плутали, как слепые котята в этом определенном незнакомом нам поле, и казалось, что сложности, которые на нас постоянно сваливаются, они практически непреодолимы и у каждого лично, и у каждого, и у проекта в целом, и в команде. Но мы крепко держались за свои цели и за друг друга, за ту мотивацию, которая давала нам силу, что мы лучшая команда, мы самые сильные, мы преодолеем все, что на нашем пути встретится. И мы просто каждый день делали один шаг в сторону успеха, один шаг в сторону своих целей. И не смотрели ни на какие-то негативные пасквили, на какие-то упреки, на, может быть, разочарования тех, кто не верил. И сейчас, может быть, есть, кто не верит. Мы просто шли вперед. Друзья, вы знаете, в жизни очень часто есть и люди, которые просто не хотят, чтобы мы с вами были успешными. Они не хотят, чтобы мы были счастливыми, чтобы мы были здоровыми, чтобы у нас все было классно, потому что они про себя знают. У них никогда этого не будет. Им лень. Им сложно взять и изменить свою жизнь. Они не хотят в одиночку пропадать. И поэтому они со всех сил, со всей дури тянут всех, кто позитивно настроил, в это же болото. Но вы не поддавайтесь. Вы не давайте им возможности утянуть вас туда. И примером вам послужат наши лидеры, которые сегодня идут и преодолевают вообще всяческие препятствия на своем пути. У нас есть те, у кого здоровья нет, у нас есть те, кому по возрасту было сложно, кто встретил потери близких, пережил на своем пути, те, кто переживает сейчас какие-то сложности на пути, но они не сдаются, они идут вперед, потому что у них есть впереди светлые цели, те цели, которые их заставляют подниматься, преодолевать сложности, и вера в Gem4Me, в то, что они его творят, не то, что он их тащит куда-то, а что они его творят и делают таким. И это же классно, когда люди гордятся: я участвую в этом. Я не просто куда-нибудь пришел посидеть на лавочку, меня там случайно пустили, а это именно я делаю этот проект таким. Да, пусть вот как могу. Вот сколько у меня сил в ладошках есть и в моем сердце, я так и делаю. Но все вместе, объединившись, мы делаем одно очень большое дело. Во-первых, мы создаем еще один мессенджер, через который люди могут общаться. Это здорово. Второе, а сейчас видите, как вот пандемия нам показала, насколько нам важны методы и средства общения. Второе, мы создаем уникальный мессенджер, который уже сегодня обгоняет кучу разных недоработанных, может быть, известных, да, раскрученных, но не таких классных и талантливых, как у нас уже сегодня наш Gem4Me. И мы стараемся сделать его еще круче, еще лучше. Это будут и комнаты для обучения, чаты для общения, видеоконференции. Это будут, конечно же, площадки для торговли. И, конечно же, это будет экономическая сила, потому что финансовые потоки, естественно, двинутся через маркетплейс. И как можно клиентам и продавцам, и покупателям не иметь для удобства быстрого способа общения? Это все вот прямо создано для того, чтобы все были довольны и счастливы. И как это могут не понимать те, кто постоянно квакают, что что-то не получается, или там желают, чтобы ничего не вышло? Ну, наверное, только потому что опять же завидуют. Ладно, Бог с ними. Мы им желаем успеха и как можно быстрее прозреть и присоединиться к нашему проекту, пока еще есть время. А сегодня мы радуемся вашей победе, мы радуемся тому, что у нас есть бизнес, который нам помогает почувствовать себя людьми с большой буквы. И
Ну, на этом бы я бы хотела, конечно, завершить, но, как всегда, не могу, потому что у меня, как всегда, миссия, и я вам, во-первых, расскажу о новых обращениях. У нас есть благотворительный фонд, кто еще не знает, и этот благотворительный фонд тоже часть нашей миссии, предназначения. Много-много лет мы собираем деньги среди своих партнеров и помогаем им не остаться один на один с трудной ситуацией, когда пришла беда. И я считаю, что у каждого большого проекта должен быть свой местный благотворительный фонд, внутренний, который не даст пропасть, не даст, ну вот так скажем, погибнуть, во-первых, морально, потому что когда ты попадаешь в трудную ситуацию, тебе нужна поддержка моральная. И, конечно же, материальная, потому что если не придут как помощь быстро деньги, то ни одна моральная поддержка не поможет. Ну, поможет, конечно, но все равно ничего не решится. И вот Людмила Суранова обратилась к нам за помощью в Пермск. Член от имени всей пермской команды обращается Елена Гиль, чтобы мы поддержали Суранову Людмилу. Она с 13 года в команде пермской, она создала большую свою команду в нескольких городах, добросовестно трудится и на благо компании старается выполнять все промоушены. Несмотря на свой возраст, ей 71 год, и на состояние здоровья. Людмила достигла КК-6, вообще молодая женщина на фото. Потрясающая, позитивная. Она всегда оказывала помощь очень многим возрастным партнерам, а сейчас она сама нуждается в помощи. Она перенесла очень тяжелую операцию на желчном пузыре, помогла, после которой возникли осложнения с почками, печенью, держится температура. В общем, лекарства, знаете, сколько стоят? Они дорогостоящие, нет больше средств, нет возможности обеспечить достойное лечение. И, ну, вы знаете, что такое бесплатное лечение. Поэтому давайте, коллеги, поможем Людмиле, объединим помощь и, конечно же, протянем ей свои ладошки, согреем, поддержим и подхватим этого лидера, чтобы долгие годы жизни еще были впереди. Еще одно обращение быстро вам зачитаю. Игорь Вишня, некоторым уже рассказывала, инвестор компании GenFoMe Market Space, Елена Вишня, а муж Игорь Николаевич Вишня, заслуженный тренер Украины, мастер спорта, СССР по легкой атлетике, первый тренер Яны Дементьевой, победительница Олимпиады 2012 года в Лондоне, входил в 25 лучших спортсменов Европы. С мужем Елены случилась беда, он нуждался в срочной дорогостоящей операции, был установлен диагноз коксартроз 4 степени, выраженный болевой синдром, по-моему, мы даже уже помогали на операцию, вот, но я вам подробностей не буду говорить, мы собрали деньги по всем знакомым, пишет Елена, и родственникам, часть денег заняли и провели операцию, теперь необходима послеоперационная реабилитация, на которую уже вообще нет средств, поэтому давайте поможем такому классному спортсмену, такому знаменитому, выдающемуся тренеру восстановить свою физическую форму и продолжить бизнес, продолжить жизнь целеустремленную, ждет семья, конечно, мы не останемся в стороне. Ну и знаете, как всегда, есть такие обращения, которые вот за душу трогают. Виктория Плотникова сегодня тоже читала, я очень переживаю за нее. Мы очень просим откликнуться на наш призыв о помощи, пока еще есть время. Речь идет о Виктории Плотниковой. Многие знают этого замечательного лидера, бесконечного, доброго, открытого человека, большого фаната нашего проекта. Это пишет Александр Потапов, лидер команды. Вика в компании с самого начала установления всегда первая приобретала, осваивала все продукты, сразу же стала инвестором, привела всю семью в проект. Супруги Плотниковы пенсионеры, но, несмотря на возраст, всегда активно поддерживали проект. Вика посещала все мероприятия, организованной компанией лидерской группы. Она являлась душой нашего коллектива. Внезапно случилось вот на ровном месте трагедия. Вика стала терять силы, и при первичном обследовании врачи обнаружили у нее множественные метастазы. Но их первоисточник пока обнаружить не удалось. Викторию ждут срочные обследования, и в случае обнаружения надо будет делать выводы и решения о возможности удаления опухоли, лечения, реабилитации. Вы знаете, что такое онкология, это очень дорого. Но я прошу вас не только начать собирать средства,
но и быстро, кстати говоря, собирать, а еще и поддержать Вику морально, потому что Вика боец, она сказала, что обязательно победит болезнь, дождется триумфа нашего приложения, и мы должны ей помочь в этом словом, молитвой, средствами, всем. Ведь отдавая, мы становимся богаче. Вот такие золотые слова написал ее спонсор Александр Потапов. И они, конечно, не могут оставить нас равнодушными. Да, вот и еще два письма. Вот тоже не могу прям читать без слез. Вы все знаете члена президентской команды Ольгу Храмову. Но не все знают, что как гром среди ясного неба в ее семью пришло большое горе, ушел из жизни любимый муж, прекрасный семьянин, друг, помощник, отец, дедушка, мой надежный тыл, моя поддержка и опора. Владимира знают многие. Владимир Береза всегда светился добротой и очень любил людей. Я от всей души благодарю всех партнеров, администрацию моей родной компании за помощь и поддержку в такую тяжелую для меня минуту. В очередной раз говорю, вы моя семья, низкий вам поклон. Олечка, держись, знаю, что не прошло еще время, когда можно рассчитывать на то, что уже легче, но я знаю, что твоя семья тебя не бросит, мы рядом с тобой, и мы тебя поддержим все вот своей любовью, своими силами души, всем, что у нас есть. Мы очень тебя все любим. И Василий Новиков пишет благодарность всем партнерам, которые поддержали его в трудную минуту и оказали ему помощь. Потеря близкого родного человека, моей родной мамы, очень тяжело сказывается на психологическом, моральном состоянии человека. И огромное спасибо всем, кто не остался в стороне, оказал мне всяческую помощь. Я вам всем очень благодарен. Знаете, приятно получать слова благодарности, но не это приятно, а приятно то, что мы с вами, не ожидая этих слов, всегда имеем возможность прийти на помощь раньше, чем нас о ней даже попросят. Бывает так, что еще человек только написал, только спонсор написал о том, что такая беда пришла, а уже мы делаем перевод, потому что у нас есть уже собранные вами в фонде средства, и мы их переводим для того, чтобы человек сразу почувствовал нашу поддержку и помощь и смог как-то облегчить эту ситуацию. Мы вас любим. Спасибо, дорогие партнеры, что вы самые лучшие. Вы делаете самый классный проект, потому что он по-настоящему народный. Он не только делает вас финансово свободными, он не только вам дарит мечты и шанс на изменение своей жизни. Он реально каждый день делает вас лучше. Он каждый день помогает вам засыпать и просыпаться уже совсем другими людьми. Выше, сильнее, добрее. И дай Бог, чтобы таких людей становилось в мире все больше. Всего вам доброго, до новых встреч.